всем привет. И вот Лего фирма знаменита анонсировала официально, что выпустит крупнейший набор по мотивам фильма «Один дома». Набор будет состоять из 3957 деталей и полностью воссоздаст дом Макалистеров, который происходили основные сцены этого фильма. Также в набор войдут 5 фигурок главных персонажей. Это Кевин, Кейт, Макалистер, Гарри и Марвин, соседи Старит Марли и тому подобное. И другие, я думаю, будут фигурки. Цена конструктора будет составлять $250. Вот вы лично купили бы этот конструктор, если бы вот увидели? Вот вам заинтересовал бы этот конструктор или нет? Я лично, если бы у меня были лишние $250, и я увидел этот конструктор, конечно, мог бы купить этот конструктор. Всегда, каждый, я думаю, в детстве мечтал о конструкторе Лего, и особенно вот такого масштаба.